День благоприятен для людей, родившихся в годы коровы, тигра и кролика. В этот день задуманные дела и вопросы будут решаться легко. Хорошо в этот день писать научные труды, трактаты, составлять договор, брать обещания, встретиться с любимым человеком, переправляться через реку, проводить обряд жаптуй, устроить праздник, играть свадьбу, регистрировать брак. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы мыши и свиньи. В этот день не стоит строить дуган, субурган, начинать стройку, покупать и продавать вещи, вспоминать обиду, начинать конфликт, ссориться и спорить. Стрижка волос – к увеличению силы жизни, отправляться в дорогу – к приумножению материального богатства. Абсолютно безопасные, стоят меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.